Всем добрый день. Меня зовут Егорова Ирина Викторовна. Я врач-косметолог, физиотерапевт и тренер-методист компании «Гельтек» по профессиональной косметике. В сегодняшнем видео я продолжу тему фотозащиты. И сегодня мы поговорим о нюансах защиты кожи от солнца при таких патологиях, как розация, акне, атопический дерматит и псориаз. Прежде чем приступить к разбору нашей темы, я хотела бы проанонсировать, что у нас появилась возможность консультировать онлайн или очно в нашем шоуруме в центре Москвы. И поэтому, кому интересен подбор ухода, причем это совершенно бесплатно происходит, можно переходить по ссылке под видео и записаться, например, на онлайн или на очную консультацию к нашим косметологам, которые принимают в нашем шоуруме. Там же можно попробовать косметику и узнать, какая из схем, да, например, ухода подойдет лично вам. А мы продолжим разбирать защиту от солнца при определенных патологиях кожи. Начнем мы с такой патологии, как розация. Розация – это ангионевроз, то есть это проблема с сосудами в первую очередь. И ультрафиолет, он является одним из самых мощных триггеров, которые вызывают обострение розации. Таким образом, кожа может отвечать эритемой, может быть вторая стадия розации папулопустулезная, то есть могут быть уже воспалительные какие-то явления. Также могут уже более тяжелые какие-то быть формы, вплоть до такой формы, как фима, то есть узловые изменения уже сосудов и деформация тканей у пациента с розацией. Так вот, чтобы нам защититься от ультрафиолета, нам нужно с первых лучей солнца, если у человека розация, выбирать какие-то солнцезащитные средства, чтобы они защищали и от UVB, и от UVA, то есть от лучей типа А и типа Б. Также желательно обращать внимание, чтобы защита была не менее 30 SPF, вне зависимости от того, индекс инсоляции, например, 3-4 или, например, 5-6 уже. Также желательно, чтобы содержалась какая-то информация о, например, таком понятии, как PA, PA+, PA2+, и так далее. Показатель, значок, который показывает защиту от возможности мутации клеток, да, повреждений ДНК, то есть воздействие UVA-спектра, который вызывает образование пиримидиновых димеров и, соответственно, может привести к раку кожи. Если таких обозначений на креме нет, может быть, другие обозначения, например, UVA-PF вместо ПА, например, да, с плюсами, то вам проще ориентироваться на наличие ультрафиолетовых фильтров. Да? То есть как бы вы смотрите в составе, какие там есть ультрафиолетовые фильтры. Если они защищают, например, и от Б диапазона, и от А, то значит там, скорее всего, достаточная защита и от образования пиримидиновых димеров. Поэтому если копать в эту тему глубоко, да, то придется немножечко поучиться косметической химии, разбирать свои составы кремов и смотреть, какой, например, ультрафиолетовый фильтр от какого спектра защищает. Сразу могу сказать, что физические фильтры, они защищают от всех видов излучения, поэтому если это минеральный экран, то вы достаточно хорошо защищены, но, к сожалению, минеральные экраны, они выбеливают кожу, они не очень комфортны в нанесении, поэтому большинство людей все-таки отдает предпочтение комбинированным. Кроме того, есть, например, средства только на химических фильтрах, и они бывают, что ничем не хуже, чем комбинированные, и я попозже как раз расскажу, почему. Что важно, да, ну, естественно, я хотела еще сказать, что есть такое излучение, как видимый свет, да, особенно синий-синий-фиолетовый диапазон, который как раз агрессивен по отношению к людям, склонным к эритеме, а пациенты с розацией – это как раз пациенты, у которых краснеет лицо. И также инфракрасное излучение, то есть тепло, оно тоже является триггером, поэтому желательно от всех этих видов излучения кожу защищать при розации и не пренебрегать защитой механической, очки, шляпы, одежда, избегать нахождения на солнце, и тогда мы не спровоцируем обострение. Следующая патология – это акне. При акне тоже важно защищать кожу SPF с первыми лучами солнца не ниже 30, да, чтобы был уровень. Тоже UVA, UVB диапазон, чтобы был.
тоже механическая защита, особенно если есть риск поствоспалительной пигментации. При акне, не само акне, как говорится, страшно. То есть бывает действительно, что обостряется процесс при инсоляции избыточной, но чаще всего пациенты с акне страдают как раз именно от пигментированных постакне. И таким образом мы будем защищать кожу чем раньше, тем лучше, да, с первыми лучами солнца, и будем избегать инсоляции избыточной, и таким образом не будем провоцировать ни обострение акне, ни возникновение постсвалительной пигментации. Также желательно при акне, например, использовать антиоксиданты в косметике, которые будут предотвращать как раз вот этот момент превращения постакне в пигментированное длительно существующее пятно. Вот. Есть небольшой нюанс. При кистозных угрях, при тяжелых формах акне, как раз это тот случай, когда, например, минеральный экран раздражает кожу, то есть щипит, жжет и так далее. Тогда как раз средства, например, в аэрозолях, в каких-то спреях, на химических фильтрах, они могут помочь такому пациенту. Сразу могу сказать, что скоро мы ждем у нас новинку. Прозрачный невидимый SPF, гель-праймер, который на как раз химических фильтрах и без выбеливания, то есть у него совершенно невидимая прозрачная текстура, которая может использоваться при любом фототипе, например, даже при темной коже. Но вот как раз для пациентов с акне возможно, это вариант, хотя это не аэрозоль, но у него достаточно хорошее распределение легкое. И он будет успокаивать кожу, он содержит антиоксидант альфа-липоевую кислоту в составе. И, возможно, для пациентов, склонных к поствоспалительной пигментации и к воспалениям, это будет тоже хороший выбор. Следующая патология, которую я хотела бы разобрать, это атопический дерматит. При атопическом дерматите все наоборот. Химические фильтры, особенно бензофенонового ряда, нежелательны. То есть фильтры, которые защищают, например, только от UVB, такие как там, тот же октокрилен, его нужно обязательно комбинировать с чем-то еще. То есть здесь должен быть хороший спектр, но, к сожалению, при атопическом дерматите химические фильтры зачастую как раз вызывают раздражение. И здесь нам в помощь, наоборот, минеральные экраны. То есть это, да, они выбеливают, да, они наносятся хуже, чем средства комбинированные или на химических фильтрах, но они работают по типу зеркала, отражая лучи солнца. И при атопическом дерматите мы, используя средства только на физических фильтрах, предотвращаем проникновение через эпидермальный барьер вот этих вот наших потенциальных раздражителей, то есть, собственно, ультрафиолетовых фильтров, во избежание вот этой вот системной абсорбции и фотоаллергической реакции, которая может возникнуть, независимо от того, что мы, наоборот, защищаем кожу от солнца, мы будем использовать все-таки минеральные экраны. Вот, поэтому при атопическом дерматите ищем все-таки минеральный экран. Вне обострения можно, в принципе, любые другие SPF использовать широкого спектра и, единственное, избегать вот ультрафиолетовых фильтров химических предыдущих старых поколений. Деткам, которым меньше полугода возраст, лучше вообще не использовать при атопическом дерматите солнцезащитные средства, а просто защищать их механическим путем, то есть чтобы они не попадали банально на солнце. И последняя патология, которую я хотела разобрать, это псориаз. Здесь, в принципе, нюанс такой, что пациентам с псориазом солнце не так уж и вредно, в некоторых случаях даже полезно, но защищать кожу от солнца нужно. И самое основное – это защита от UVA-спектра. При псориазе считается, что солнцезащитный фактор должен быть 50 уже фактически с первыми лучами солнца, то есть более мощная защита. Но в то же время находиться на солнце таким пациентом можно, за исключением эритродермии и пустулезных типов. То есть тогда на солнце лучше вообще не появляться, пока присутствует обострение. Пациенты с псориазом могут выдавать фотоаллергические реакции чаще, да, то есть потому что они могут использовать какие-то препараты с фотосенсибилизирующим действием. И это тоже надо всегда учитывать, когда мы защищаем кожу от солнца пациента с псориазом. Вот такие патологии я сегодня озвучила, да, и нюансы применения солнцезащитных средств в контексте этих патологий. Если у вас
есть какие-то вопросы, задавайте их в комментариях, с удовольствием побеседуем на эту тему. Если вы сами, например, страдаете какой-то из этих патологий, то поделитесь с другими нашими подписчиками своим опытом, что вам лучше помогает, да, может быть, какие-то средства вы посоветуете, которые вам хорошо подошли, и нам будет это тоже интересно услышать. Ставьте лайки, дизлайки, что вам угодно, подписывайтесь на наш канал, если информация была полезна, будем очень рады вашей подписке и вашим комментариям, которые помогут нам продвигать наш канал дальше. Всего вам доброго!